Трагедия в горах на юго-востоке Австралии. Инцидент произошел в национальном парке «Голубые горы» в штате Новый Южный Уэльс. На туристической тропе семью туристов из Великобритании накрыл оползень. Там были родители и трое детей. Когда они шли по лесу, сошел оползень. Полицейские начали спасательную операцию. К сожалению, выяснили, что в результате инцидента мужчина и мальчик погибли. Как выяснилось, 49-летний мужчина и 9-летний мальчик скончались на месте. 50-летнюю женщину и 14-летнего подростка доставили в больницу. Для этого пришлось задействовать вертолет. Мать и сын получили серьезные травмы. Там также была 15-летняя девушка из той же семьи. Она выжила и при поддержке спасателей смогла покинуть место происшествия пешком. Эта местность находится примерно в 100 километрах от Сиднея. Пострадавшая семья приехала в Австралию на отдых. Сейчас им помогает британское консульство. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.